Привет, друзья! Ну что, мы добрались до отельного комплекса «Айвенго», где проходит пивной фестиваль, не фестиваль, дегустационный конкурс. Мы отправили сюда свои образцы, надеюсь, что-то выиграем. Поэтому будем следить и вам покажем, как это все происходило. Главный организатор Юрий Семенов. Привет. Привет. Внутренняя машина. Внутренняя машина. Все процедуры, все автоматизированные штуки. Никто же не видит этого. Ну да. Что, мы просто пришли, дали пиво, выпили. Ну да, пришли побухать, да. Нет. Это тяжелая работа, между прочим. Между прочим, да. Так, встретили харьковчанина, теперь Виктор Ващук, да, Альтбир, New Craft Story. Витя. Новая крафтовая история с Альтбиром. Да. Как тебе в Харькове работается? Ты знаешь, у меня пошел очередной всплеск, скажем так, и творческого развития. И я вижу потенциал в этом. То есть у меня нет таких, скажем так, бюджетных ограничений. Да, как я тебя вообще понимаю. Да. В этом можно творить, вытворять. Последние то, что 35 мы сварили, не сварили, да. А сделали. Это же там бюджет сумасшедший. Кстати, да, Виктор поставил рекорд Украины, сделал айс барли вайн. Выморозил до 35% алкоголя. Да. Барли вайн. Ну это скоро это будем пробовать. Скоро будем пробовать. Сейчас только доделаем упаковку, получим акциз. Сколько же там бутылочка, сколько миллиграмм? Мы разлили ее в 100 миллилитров. У нас была презентация. Мы ее разлили в 100 миллилитровые бутылочки. И я поставил 10 на баре. Ну, презентацию все-таки, люди захотят попробовать. Ну, ее забрали в первые там 8 бутылок забрали сразу вечером, остальные на второй день там. Но сейчас, естественно, блин, сразу первое желание как бы попробовать это. Знаешь, чудо. Есть потенциал в таком пиве. Да? Есть потенциал с выходом на рынок совсем новым уникальным продуктом, понимаешь? Ну да. Ну это такой коньячок, да, получился? Нет, ты понимаешь, там получились более такие винные, хересные тона. Вот хересные тона в пиве — это признак старения, да? Но на такой плотности, на таком алкоголе она стареет правильно, да? И оно до определенного момента нету побочного такого. И базовый берливан я сейчас хочу, у меня его тона, он чуть пойдет на продажу, остальное я сейчас привез бочку. И выдержать его бочкой. Да, и выдержать бочкой обязательно, значит, еще усложнить этот вкус такой, чтобы придали какие-то тона. Ну, интересно. Классно. Короче, в этом можно играться, в этом поле. Но бюджет сумасшедший, и на нем практически ничего не зарабатываешь абсолютно. Ну, понятно, но зато у тебя есть возможность это все-таки делать. Да, это есть. Вот видишь. Это есть. Васильевич в этом плане, да. Ну, для чего я туда и шел, знаешь, задача была такая. И Альбир чуть-чуть продвинуть на высший уровень, потому что... Ну, что не может не радовать, потому что ты как ледокол проториваешь это все, раздвигаешь эти льдины, и другие тоже. О, там, вызов принят, там, Андрей, Кисель. Да, ну, пускай, да, это прекрасно. Ну, а что, конечно, только в конкуренции, в здоровой конкуренции рождается что-то... И качественно хороший продукт. Да, и качество выходит на новый уровень. Да. Ну, на тонну 200 ушло чисто тонна пелеля, вот секреты такие, да. Сусло на сусле, двойное затирание. Ну, я представляю, что ты одинарным так не сделал бы такую плотность. Конечно, Х18 дрожжи, которые в себе имеют фермент, потому что такой затор до сахара идти очень сложно, да, он насахарится процентов на 80. Ну, ты на одних дрожжах, да? Да, Х18, одни дрожжи, выбродило до 5,2 и остановилось, с 36,5 начальные. У меня было 3 варки, первая варка 36,5 была, вторая 38,5, но я уже добавлял альфа-амилазу на варочник. А второй 34. Ну, ее бы рабочее название было 36,6, знаешь. 36. Да, это правильная температура. Там как бы это эволюция опыта, знаешь. Эволюшн так называли. Да.
Ну, классно. Не, ну, кстати, по поводу Харькова скажу, очень потужно ребята идут. Хорошее качество пива у всех выросло, стабильно, понимаешь? Ну, появляются новые пивоварни, сейчас как твоя, да, с прекрасным пшеничным пивом, лагерем. Ну, это не может не радовать. Да, да, да. Много получается, что раньше было побочки очень много. Да. Вот сегодня на первых образцах, кстати, на дегустации, да, сколько, 39 лагеря, да, было. Да, первый круг, ну, процентов, как раньше в прошлом году, 70% с побочкой, то сейчас где-то процентов 30. То есть уже уровень вырос. Ну, есть еще. Есть. Чувствуется и молодое пиво, еще не сбродили, чувствуется и ДМСик, чувствуется... Да, да, кукурузка. Кукурузка в явных образцах прослеживается. Да, понятно. Но на этих, понимаешь, на этих конкурсах, что мне нравится, тут ты получаешь шикарный опыт, шикарный срез. Ты срез по Украине полностью всего пива, понимаешь, кто на каком уровне дышит, понимаешь? Ну, и, да. И это в этом плане надо развиваться. И опыт тоже, понимаешь, какие бывают запахи, какие ненужные запахи, да, какие нужные запахи. Это что же, как бы, нарабатывается? Ну, говоря, не за большие деньги, да, на билет, на отель потратил, но получаешь классные средства. Я всем биргикам, биргекелям, всем не предлагаю, а рекомендую сюда ездить и понимать, потому что на одном импортном пиве, ну, ты, да, не сделаешь себе там супер-пупер нос. Привыкли, конечно, к хорошему, качественному, дорогому пиву, а так, конечно... Должны быть чуть-чуть все патриотами, понимаешь, поддерживать наших, лояльно указывать на ошибки, это будет фидбэк определенный давать, это будет потенция для развития, конечно, нашей отрасли, понимаешь, потому что у нас шикарные традиционные хмеля есть, да, что на нас растут, и хорошая вода, и все есть для того, чтобы сделать. Вообще работаешь с нашими хмелями? Да, я, мой любимый хмель гайдамацкий, и славянка, я работаю на этих хмелях полностью. Ну, я вот не пробовал, надо попробовать. Солод, как бы, я сейчас партию беру купянский солод, пшеничный солод мне понравился, купянский. Белгер. Да, 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 да. Неплохо ребята делают. Нормально. Вот, да, в этом году купили правильный ячмень хороший. Да. Солод мне, да, нравится. Да. И пшеничный у них солод очень хороший. И, да, темную сейчас пшеничку сделали, да? Да, да, да. Вот, там 60, по-моему, 120 цветов. Да, интересно. Я там тоже карамельный хлеб сделал на этой пшеничке. Такой интересный запах получился. Да, да. Есть, да, потенциал. Понятно, что и солод у нас нестабильный. Надо уметь с ним работать. Понятно, лучше взять немца, но немец 28-30, понимаешь. Ну, так тоже надо поддерживать. Ребята стараются. Роману большой привет. Энтузиаст своего дела. Согласен, экспериментирует. Да. Очень много разных сортов солода делает. Там, молодец, конечно, молодец. Да, и в Харькове насыщенность пива, пивных магазинов, да, очень много. Я, ну, сейчас, да, тоже демпингую в плане крафтового пива, потому что хочется больше и продавать, в первую очередь, и больше познакомить людей, ну, людей с, эти, с этими, да, пивами, да, потому что, ну, сделать 200 гривен за литр в точке или в барах, это, слышь, понимаешь. Хочется, конечно, заработать, но... Тоже приходится там в своих магазинчиках понижать цену совсем. Акции выгоды устраивают, это нормально. Регулярно делать. Но люди, есть возможность у людей, например, попробовать, когда там идет акция на какое-то там, да, да, пиво. Да, да. Ну ладно, возьму, попробую. Ну, видишь, 19-й год и 20-й – это волна пивоварен. У нас мощностей сейчас в Украине появилось очень, да, много. Пивоварен, да, открылось за последние полтора-два года около 50. Прямо волной. Очень много. Заведений где-то все реализовать меньше, да? Мало. Ты же с каждое заведение приходишь, кланяешься, возьмите, потом кланяешься, отдайте что бабки. И... Вот в чем проблема. Ну, это большая. Это все такие мини-пивоварни не с этим сталкиваются. Ну, тоже подталкивает открывать свои точки. Да, да, да. Тоже какое-то развитие идет. Ну, по моему мнению, рынка. Самое нормальное сейчас бизнес-модели, да, это со своими точками, да, реализации, где ты можешь получать какой-то кост определенный, да, и, ну, варить там 20-30% хорошего интересного пива и продавать на рестораны, на, ну, заведения. Да, экспериментировать. Но зарабатывать надо в любом случае. Любой бизнес-проект, это в первую очередь коммерческий проект, об этом не, ну, было. Ну, конечно. Мне тоже хочется там сварить хорошего пива, угостить всех. Да. Да, ну, тогда я не выживу. Согласен, да. Еще встретили старого однокашника, заканчивали школу, Варвара Бир Скул, Вадим с Тернополя.
Вот, тоже главный пивовар на пивоварне. Сколько у тебя там? 500 литров варочный порядок? Да-да, двухпосудный, 500 литров варка. Да. Ну что, ты сюда что-то присылал? Нет? Или независимым? Я хочу изнанку посмотреть, пока все нравится. Надеюсь, что... Ну, независимым судьей приехал. Да-да, независимым. Ну, как оцениваешь образцы? На каком уровне вообще пивоварня находится сейчас в Украине? Пивоварение ты имеешь в виду? Ну да, качество пива. Ну, очень разное. У кого-то больше амбиций, чем на самом деле умений. Но в целом очень много хорошего пива. Ну, то есть больше хорошего, чем... Да, ну в финале получается так, что приходится задуматься крепко. Ну да. Вот так, несколько образцов, очень схожих по качеству. И действительно есть из чего выбрать. При том, что ты не знаешь, что за пиво, кто его варил, и приходится основываться только на каких-то своих вкусовых ощущениях, там, знаниях, категории. Ну, как считаешь, вообще такие мероприятия нужны? Нужно организовывать? Обязательно. Хоть это все субъективно, но пытаются организаторы добиться максимальной объективности. Не получается судить постоянно одно и то же пиво, и участники пивоварен просто физически не могут прийти и там поставить галочку за свое пиво. Это фактически невозможно. Ну, тебе вот как пивовару вообще полезно? 100%. Встретили еще одного одногруппника по Beer Craft School. Второй выпуск? От Варвара, да. Второй? Это же это важно. Сейчас их там уже штук 10, а это второй выпуск. Ну да, в одном курсе учились. Да. Человек не пропускает ни одной дегустации. Даже с собой взял. Профессионал. Игорек, как тебе конкурс? Конкурс очень хороший. Мне нравится. Я практически как независимый человек здесь участвую. И вижу в этом большой толчок для украинского крафта. Это хороший показатель для пивоварен зайти сюда и посмотреть, оценить за себя, получить много вторых мест, да? Либо, может быть, ничего не получить и тоже понять, а кто твои конкуренты, увидеть это. Многие закидывают вопрос там, а кто судьи? Судьи кто? Вот если спросить главных организаторов, которые там большие спецы в математике, они дают математическую ошибку. Говорят, что если... Это мы такие офф-топ уже пошел, да? Да. Но это важно, это интересно. Ну да. Если... Секундочку. Просто человек... Если вы не видели пивовара физика-ядерщика, это он. Единственное, кого я знаю вообще... Может ли такое быть? Да, пивовар, атомная энергетика. Как ты от атомной энергетики пришел в пивоварение? Ну, вот так вот сразу мы шагнули в атомную энергетику. Самое-самое интересное взяли, там, выучились. Да, и захотелось пивка. А потом думаю, ну, как-то так это, практически космос, атом расщепили, надо что-нибудь приземленное. Отдохнуть, да. Да, и в то же время такое сложное. Давай, короче, изучать пиво. Вот так вот. Ну, круто. От атома к пиву. Ну, так вот. Что-то там с математической как технарь, ошибки, да. Я же не просто там какой-то там бухгалтер, там технарь, и вот мы тут не просто бухарики, а на основе матанализа всего, там, спросите Юру Семена, он подтвердит, математическая ошибка, не превышающая 30% дегустаторов, дает очень высокие результаты. И судьи отобраны на высоком уровне. Если даже кто-то случайно затесался, это не будет больше 30% случайно затесавшихся. И те 70%, они решают и показывают реальный результат. То есть, говоря простым языком, что как бы то ни было, кто бы там ни судил, но оценка более-менее адекватная всегда получится.
кто бы не судил неправильно, потому что организаторы все-таки отсеяли. Здесь. Из тех, кто здесь есть, пройдя через сито организаторов, мы получили тех людей, которые сейчас там 100 плюс людей сидит. И эти 100 плюс людей не имеют той погрешности, которая внесет негативный вклад в результат. Многие сомневаются. Ну, больше не наливать. Да. А теперь поговорим о приятном, да. Ты так домашничаешь, да? Никуда. Свободное от атома время. Дома приходишь и кастрюльку варишь, да? Нигде не... Витя сам начинал там с кастрюльки, домашних. Нужно сейчас привносить вот это звание не домашник, а переходить вот так к домашнему пивовару. Ты мне скажи, ты дома варишь? Да, я дома варю, но не в кастрюльке, а в специальном оборудовании, которое позволяет соблюсти многие технологические процессы. И домашний пивовар... Короче, модный домашний пивовар. Да, типа модный домашний пивовар. На хорошем оборудовании. Да, но нам не жалко просто экспериментировать и получить 30 литров фейкового продукта. Это эксперимент. А не каждый пивовар себе позволит сделать ошибку на 500, 1000, там, 2000 литров. Да, я уже... как-то стремаю. Да, знаешь, и ты такой думаешь, лучше я как бы не буду, сделаю то, что продается, и тонну и запустим того, что есть. Домашняя пивоварня, она всегда полезна, то есть ты отработаешь рецепт и во всяком случае можешь ее оставить потом уже на большой пивоварне и отрабатывать дальнейшие рецепты. Да, а в процессе, будучи вот домашним пивоваром, я могу наработать там 100 плюс рецептов каких-то, провести там 150-200 плюс рецептов, получить какие-то фейки, что-нибудь там налажать, понять многие процессы и вывести из 100 плюс условно 10 стоящих рецептов, да? А потом из этих 10 стоящих сделать 4 продаваемых. Этап домашнего пивовара очень важен. Сюда что-то привез свое? Да, я подал одно пиво, которое там трудно было втиснуть в какую-то из там категорий. Рамки, да? Это да, пошло в спешл, которое там все там, мозаика, пивная мозаика. Понятно. Вот мы туда подались. Пока нету результатов, да? Еще нету. Да. Будем посмотреть. Надеюсь, победишь. Тарас, мы знакомы уже давно, заочно, у меня даже видео на канале выходило, кто-то разбил бокальчик. Ага. Мы похлопали, а мы руки заняты. Да, домашняя пивоварня «Адмирал Бенбоу» была такая, отличное пиво варил. Еще есть. Еще есть, да? Подрабатываешь? Да. Свободное от работы время? По выходных. Понятно. Вот. А сейчас занял место пивовара, главный пивовар. Да. Главный пивовар в Ровно. Здесь хорошая такая пивоварня, «Фазер» называется. Вот. И сейчас привносит там новые расцветки старой пивоварни. Как работается на новом месте? Классно. Классно. Ну, подобается, то хобби переросло, как сказать, в профессию. Ну, вот. Ты же этого тоже хотел? Да, да. Ну, скажем, років 7, там, 10 назад, пив і все. А потім якось почав углублятися в цю тему. Почав бути вдома, а потім запропонували роботу. Вирішив вже там. І все ж це вийшло з-за того, що ти там з душою качественно варив, твоє пиво понравилось, і я ж думаю, із-за цього пригласили. Ну так, звісно. Не просто так, що о, парень варить, да, давай-ка нас попробуй. Обладнання дуже хороше, Zip Technologies, борщ, надо скажемо. Такий Rolls-Royce, да? Так, так. З кастрюльки домашней. Ты дома варил там вообще в кастрюльке в такой? Да, самая примитивная, то есть эмулированная кастрюлька 30 литров с медной фильтросистемой, медным чиллером, с веслом и вот шаманы. Видишь, даже на таком оборудовании нормальное пиво получается. Поэтому как бы оборудование оно облегчает пивовару работу, но качество... Это знаешь, как в автошколе, ездишь на «Жигулях», будешь ездить на «Мерседесе». Да, да.
Вот. Вот так вот. Ты сюда что-то подавал? Свое? Да. Подал 5 зразків, лагер, пшеничне, амберель, IPA і Baltic Porter. Амбер уже зайняв друге місце. О, да. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Видиш, уже награди професіональні пішли. Да. Минулого разу кислячок був в бій, теж друге місце зайняв. Sour Brut IPA з вишнею. От. Ну, завтра другий день. Ми щось сподіваємося, що ми щось вицепимо з цього. Ну, виловимо удочку. Я теж сподіваюся, у мене теж там залишились сорти. Понятненько. Ну, а взагалі як конкурс? Ні, конкурс хороший, класний. Тобто всі зразки, які займають призові місця, вони дійсно відрізняються від тих всіх, що є. Тобто вони якісні, без дефектів, або мінімум тих дефектів, які є. От, щось сказати, що цей конкурс якийсь підкупний, там, чи це просто там масонський конкурс, ні. Тобто реально, тобто, якщо у тебе пиво хороше, ти займаєш призове місце. Якщо ні, ну, то працюй над цим, щоб зайняти призове місце. Є і побочка, звісно. Да, ну да. Топовые там первые там три места, ну тяжело, конечно, уже. Да, уже в финале дуже важко выбрати якісь перше, друге, третє місце, це дуже важко. Ну что, друзья, все, конкурс закончился, находимся в гостиничном номере у себя. Положительные эмоции, усталость, легкая эйфория, ну и опьянение в легкой степени. Чуть-чуть, совсем. Все неплохо для нас сложилось. Четыре медали в общем зачете получили. Одну бронзу за Крампус. Балтийский портер в таком рождественском стиле. Два серебра. Пшеничка в бельгийском стиле. Бланшек наш заработал. И забутый смак. Большая такая вообще категория была, 50 образцов было со всей Украины. Ну что, нормально сваренный Жигуль занимает призовые места, отличное пиво. Вот. Ну и золото, естественно, в последние дни заработали. Sweet Stout, Dark Winter, такой с какао, ванилью, кокосом, сладенький. Темный стаут, очень насыщенный, вкусный. Все оценили. Вот с такими наградами уезжаем с ровно. Спасибо. До встречи, я думаю, в следующем году.